Работа на стройке, как говорится, кипит, но результаты Анатолия Пахомова не радуют. Отделка фасада этого нового детского сада в поселке Кудепста по дорожной карте уже должна быть завершена. Но рабочие лишь начали наносить декоративную штукатурку на стены. Когда мы пишем проекты, там 1 декабря сдача, правильно? Так точно. Вот согласно того, чтобы если бы 1 декабря сдача, здесь все фасады должны были сделаны, правильно? И благоустройство уже начато. Тогда мы по нашей карте маршрута должны были закончить фасады. По маршрутной карте мы должны были давно их закончить. А почему не закончили? Потому что у нас много препятствий было. Внутри помещения ситуация не лучше. Стяжки нет, проводка не везде разведена, трубы, система отопления практически отсутствуют. До сдачи в эксплуатацию этого детского сада меньше месяца. Чтобы успеть срок, строителям теперь предстоит трудиться в 3 смены, то есть круглосуточно. Подрядчикам также рекомендовано увеличить число рабочих на объекте. Из-за стихии график строительства сдвинулся почти на 3 недели. Директор подрядной организации мэру обещает наверстать упущенное время. Штат рабочих увеличат, возьмут в аренду и дополнительную технику. И к 1 декабря этот детский сад будет готов. В общей сложности на курорте до конца года должны ввести в эксплуатацию 3 дошкольных учреждения. Рассчитаны они на 1300 мест. В городском управлении по образованию и науке говорят, что очереди в детские сады для детей от 3 до 7 лет Лазаревского района и поселка Кудепста исчезнут. Всего за последние годы в Сочи было построено 3 новых детских сада и 11 пристроек уже имеющимся. В общей сложности было создано 3500 новых мест. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.